Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Приветствую вас в солнечном городе Краснодаре на матче 10-го тура МЛБЭТ первой лиги между Кубанью и Акроном. Евгений Калешин, главный тренер Акрона, но сегодня командой со скамейки запасных будет руководить его ближайший помощник, а именно Михаил Семенов. Здорово открывается Хубаев прямо сейчас. Подача под удар. Успевает Темников Кирина опередить. И дальше прострел, который разминает Юрия Нестеренко. Направо. Левин. Левин прострел. Внимание! Мечется мяч. Кенфак бьет соперника. Подбор в глубине. Еще удар выше ворот. Первый момент Кубани в этом матче. Никита Бакалюк пробил издали. Правда, вперед особо некуда было отдавать. И транзитом через центр поля мяч достигает Левина. И тот далее продлевает атаку через правую бровку. Он у Рябдоков. Подача! Внимание, Кенфак! Кенфак пяткой бьет и спасает команду защитник. В лице, кажется, Егора Данилкина. Хорошая контратака. Плохое завершение. Но от того, разве было легче Акрону, который, в общем-то, даже запаниковал, пытаясь хоть как-то отмахнуться от Кенфака и от мяча. Справа посвободнее. Передача на Савичева. И слева аккуратный мягкий навес. Удар поворотом. И пришлось даже нырнуть Юрию Нестеренко. Как показалось, скорее для поддержания собственного тонуса. Данилкин, Анжелкович, Чудин, Хубаев. Там хорошая бригада, высокая. Подача, удар в дальний угол. Еще один и гол! Вот они, стандарты! Андреас Понсе! 1-0! Акрон впереди! Из ничего вообще этот самый угловой возник в своем телеграм-канале. Из воды, вернее, из камня выжимаем воду. Кенфак, это фол, кстати, на желтую, скорее всего. Вторую желтую для Влада Галкина, кстати говоря. Не желает ее Чиперка производить. Темников. Смирнов. Шведкой в дальний угол. Красиво. По-кварежмовски. Пробуют, пытаются. Удар. Это для разминки. Прекрасно умеющему работать в створе ворот Сергею Волкову. Удар от Ильи Масейчука. Вжимается Акрон. Визуально это прекрасно заметно. Налево здорово, Абдоков, Смирнов, подача. Внимание, мечется мяч. Рейхмен выше ворот. Сдваивают фланг Масейчук вместе с Смирновым. Вот такая получается передача. Успел на опережение сыграть Максим Лаук. В створ ворот только не попал. Столь, вероятно, трудно, если таковая сегодня наступит. Хороший перевод низом налево. Подача. Внимание. Удар. Это Волков. И из какого же неудобного положения, буквально в калач, закручиваясь в воздухе, умудрился удар нанести Нури Абдоков. Потеря от Шарипова. Кто первым будет на мяче? Стык в подкатах. И вот сейчас звучит финальный свисток. Тяжелейшая победа тольяттинского Акрона благодаря голу Андреса Понсе в концовке первого тайма. Тяжелейшая победа Акрона, отыгравшего второй тайм в меньшинстве.